папір. Сатира как оружие. Украинские художники с помощью красок и карандашей ведут борьбу за общественное мнение и выражают свое отношение к развязанной России войне. Винницкий карикатурист Александр Никитюк сегодня на фронте, в его случае художественном. Тут представлен... Вот здесь президент России показан как извращенец, мечтающий о всей планете. Для России символом нынешней войны стала латинская буква Z. Она обыграна в следующем рисунке Александра. Зорро наказывает русского солдата, говорит, что нехорошо красть чужие визуальные символы. Это защищено авторским правом. Авторское право. Сергей Шойгу, министр обороны России, также стал героем сатирических рисунков художника. Из-за порыва Путина гибнет много молодых российских парней. До начала войны Никитюк курировал целый ряд художественных проектов, возглавлял общественную организацию «Лаборатория актуального творчества», расписывал здания в родной Виннице. Сегодня это поставлено на паузу, а художник сконцентрирован на сатирическом рисунке.